этот раз, да, наверное, упор сделан на выносливость. Вот, в принципе, это хорошо, потому что кроссфит-атлет должен быть развит со всех сторон, функциональных своих возможностей. Поэтому чем больше мы сможем показать, тем объективнее будет оценка атлета. Есть всегда мысль у человека, кто выступает, чтобы остановиться. У него мысли всегда появляются, зачем мне это нужно, а что? Вот эти мысли, нужно их прогонять. И вот в те моменты, когда у тебя они появляются, ты останавливаешься. Вот вчера, ну, не очень доволен, сегодня уже лучше. Сейчас хорошо так метнул, нормально присел, свой максимум я сделал. Вот, на последний даже не знаю, что ожидать, я еще не носил. Это коромысло какое-то, ну, посмотрим. Как всегда могу сказать Богачеву, что он богат на свою фантазию. Очень непредсказуемые комплексы. Интересные. Такие какие-то, я не знаю, даже не знаю, как назвать. Последнее задание. То есть я когда на него выходила, я совершенно не думала, что я буду первая. Я была уверена, что Сливенко меня обгонит. Ну, когда появился шанс, я его не упустила. Очень я доволен. Я устал, я очень устал, у меня пустой, но я очень доволен. Я такой же, как и спортсмены. То есть я, можно сказать, выступал с ними. И вот сейчас я уже хочу сказать, что, посмотрев, как это все происходит, я хочу выступить. Вот теперь я хочу. Потому что до этого я смотрел пока все это дело по интернету, как и все. И сейчас я пропитался этой энергией соревновательной, мне хочется. Кроссфит действительно классная штука, и я сейчас сам с удовольствием этим занимаюсь. 6 месяцев назад перед тренировкой я пробегал 0,5 километра на беговой дорожке, и потом в позе пятиглавой звезды лежал на полу, да, пятиконечной звезды. Сейчас пробегаю уже 3 километра и абсолютно уже не сбиваю дыхание, поэтому надеюсь, что мне это еще поможет и в штанге. Очень рада на самом деле, вот, то есть после первого дня я шла 6-й, вот, и шла во второй день именно, чтобы получать удовольствие, показать, на что я способна, то есть как-то такой цели именно не было, да, вот, то, что надо попасть в тройку, вот, именно показать то, что на что способна, что, в принципе, и получилось. В первом комплексе установила свои личные рекорды, но второй это только потерпеть надо было, вот, и все получилось. Я тренируюсь 0,5 года, да, и, наверное, последние 3 месяца я более серьезно подошла к тренировочному процессу. Вот, в плане методики тренировок мой тренер Евгений Богачев мне в этом очень сильно помог, за что ему просто безмерное спасибо. Вот, ну, это совместная работа, да, атлета и тренера. Впечатления позитивные, хорошая энергетика, поддержка, уровень хороший самих соревнований. Хотелось, конечно, видеть Циркова, Федю в своих соперниках, ребят Сибири, Рому, Пашу. Конечно, не хватало сильных конкурентов. Единственное, да.